Хей, друзья, всем привет! С вами снова я. Ну, труд же, да? Труд. Вот я тоже думаю, что они труд. И решил уже, пора уже их поменять окончательно на новые. И посему, как вы можете видеть, я купил вот такие вот щеточки Bosch Aero Eco. Надеюсь, они прослужат мне верой и правдой. Крепление, как обычно, крючковое на Hyundai Solaris. Новый, да и старый то же самое. В общем, размер 60 на 40 или 600 на 400, кому как нравится. Но, ребята, хочу сказать, что загвоздка в этом размере очень такая, блин. Не то, что они там... Короче, это тот размер, который нужен. Просто вся загвоздка в том, что этот размер хрен где найдешь. Вот не знаю, там, может, на авторынке, конечно, ты сразу все это найдешь. Но вот так вот, поездив по автозаправкам, по гипермаркетам, я могу сказать, что ты заезжаешь, смотришь, а там 410, 430, 450, там 710, там 600 вообще что-то как-то очень редко встречается. В основном там 400 с чем-то, 500, там 580, а вот 600... хрен, не найдешь, блин. Но тот-то ищет, тот всегда найдет. Я нашел это в карусели. Такие щетки. Не знаю, посмотрим, сколько они прослужат. Заодно я их завтра протестирую. А протестирую я их завтра в очень такой, ну, длинной поездке. Куда поеду, сейчас вам не скажу. Все это вы узнаете в другом длинном видео. Будет интересное видео. И там все узнаете. Ладно, поставлю и попробую их протестить. Посмотрим, как себя покажут эти щетки. Цена этих щеток 1280 рублей. Конечно, не гиперцена, но все же цена. Там были, я видел щетки по... в ленте видел щетки по 88 рублей. Я думаю, это, наверное, поставил. Ветер дунул, и щетка улетела. Во всяком случае, я помню, когда у меня были Жигули копейка, мы как-то ездили с друзьями отдыхать, и вот когда ехали обратно, и шел такой мокрый снег, и был по трассе, и температура была где-то минус 20, минус 21, и поставили мы, блин, эти, купили щетки на Фучика, типа Спарка, типа Круто, типа Спорт, ух! И эти щетки, короче, у нас замерзли нафиг, и от ветра просто сначала одну оторвало пассажирскую, ладно, там еще водитель кое-что видел там, а потом и водительскую нахер оторвало. И, короче, мы ехали без щеток, буквально километр 2-3 проедем, останавливаемся снежком на стекло, почистили, поехали дальше, огонь. И вот так вот где-то 150 километров мы пилили до Питера. Так что не скупайтесь, не попадайтесь на вот эту дешевизну. Она иногда нехорошему приводит. Это все-таки ваша безопасность, ваши глаза. Вы водитель, вы смотрите на дорогу, вы отвечаете в первую очередь за... Вы водитель, вы смотрите на дорогу, вы отвечаете в первую очередь за свою жизнь, жизнь своих пассажиров и... Машина уже, конечно, уже второстепенно, но машина тоже денег стоит. Так что я думаю, потратить там 1500-2000 рублей на щетки, я думаю, это роли большой не сыграет, но на безопасности это вам отразится в лучшую сторону. Спасибо всем. Ждите моего видео следующего. Я отправлюсь в далекую поездку. Это вы узнаете, куда потом и зачем. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я. Пока. Так, ребята, короче, первое впечатление от щеток. Ну, пока огонь, пока стирает все замечательно, так как новые. Ну, я думаю, мы такой небольшой результатец узнаем чуть попозже, проехав
с этими щетками так километров 500, 1000, а то и больше. Но пока ничего. Пока щетки справляются со своей работой, со своей задачей. Стирает, не труд. Перед глазами водителя все видно. Мокрый снежок у нас опять в Питере. Всех с нас... А, господи, всех с Новым годом, ребята. Новый год тоже наступил. Ё-моё. Ладно, следим за моим каналом. Тестим щетки. И потом я вам скажу, покажу, что с ними стало в итоге. Через какое-то там количество времени, через каких-то там пару тысяч километров. Спасибо всем. Подписывайтесь, ставьте лайки.